Всем здорова, с вами снова Джебикс ТВ. Я сегодня покажу, как сохранять игры на диск D, а ярлыки выводить на рабочий стол, но при этом они будут занимать килобайты. Вот берем установочку игры, устанавливаем ее полностью на диск D, там выбираем в установке. И после чего у нас папка, вот где у меня, вот на диске D. Вот, диск D, игры и папочки. Заходим в игру, которую вы установили, например, Call of Duty у меня. И здесь куча, ну, у вас будет вот так вот. Сейчас. Вот так вот будет. И здесь, собственно, вот, например, ярлык. Нажимаете правой клавишей «Создать ярлык». После чего вы, ну, вот этот ярлык вырезаете. И, собственно, на рабочий стол вставить. Ну или сочетание клавиш Ctrl-V. Пом. Пожалуйста, все. Через этот ярлык вы сможете запускать игру, но занимать он у вас будет. То есть, ну, вообще ничего не будет занимать. Это фигня. То есть, вот такое вот видосик. Вот такое вот видео. Ну, я надеюсь, кому-то было это полезно, хотя это все знают, но мало ли. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Джебикс ТВ. Если можете, тогда киньте денег на вебмоны. Если можете, всем удачи, всем пока. Ждите новых классных видео, да-да, они будут. Пока.